Оплати долги и можешь ехать. На дорогах Самары проходят рейды. Судебные приставы совместно с инспекторами ГИБДД находят должников по номерам машин. Стоит камера, пока дорожный пристав. Стоят наши сотрудники, выявляют нарушителей, проверяют по базам данных. В случае обнаружения большого количества штрафов приставами составляется акт описи, арест транспортного средства. За один час проверяющие выявили 5 должников. Тем, кто задолжал менее 3000, вручили требование явиться в отделение судебных приставов. У тех, кто накопил более внушительные суммы, проблемы посерьезнее. Судебным приставам, исполнителям предлагается должником на месте оплатить задолженность по исполнительному производству с помощью терминала. Если такой возможности нет или должник отказывается, судебный пристав исполнителя может составить акт описи ареста имущества. В данном случае при наличии задолженности, скорее всего, это будет транспортное средство. По итогам 2020 года в Самарской области возбудили 530 тысяч исполнительных производств по взысканию. В казну вернули 450 миллионов рублей. Чаще всего значительные суммы скапливаются за неуплату штрафов ГИБДД и из-за просроченных кредитов. Ловить должников на дорогах города проверяющие продолжат. Такие рейды будут проходить в Самаре регулярно. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.